Здравствуйте, мои дорогие друзья! Всем чудесного начала рабочей недели! Пусть она будет богата интересными идеями и находками, насыщена впечатляющими событиями и переполнена финансовыми возможностями, что для меня сегодня очень актуально, ведь я подъехала к блошиному рынку ретро. И сегодня здесь царствуют скидки, а у меня еще и встречи с моими очаровательными подписчицами. Вот встретил тоже Александру, безумно рада. Ей тоже нравятся, да, блошиные рынки, да, в основном. Так что, девочки, обожаю вас, мои подписчики. Давайте обнимемся, с праздником вас, всего самого хорошего. И вас всех с праздником, с наступающим. С наступающим. Очень рада. И спасибо. Я рада, спасибо. Вам спасибо, что освещаете. Да, спасибо. Ну, вообще, красивая чашка. А сколько у тебя уже чашек? Да, не помню. Ну, достаточно, помню, да? Сколько, да? На всю семью уже хватает. У меня в семье только я фанат желе. Нет, ну кушать-то на завтрак, если накрыть на нарядный стол. Вот это возьмет пару. Креманочки, да, мне нужны были, но мне уже достаточно. Ах, сколько таких подсвечников. Сегодня, видите, по 200. Весь стол накрыть. Красиво. И бокалы. А вот такие за 100 рублей вам не нравятся? Или вот такие бокалы? А вот это тоже какие формы интересные. А вот, посмотрите. Ой, какая стопочка. Смотрите, прорезной фарфор. И стоит эта прелесть сегодня 100 рублей. Вот, не могла вам показать что? То, что Галя брала, потому что она мне обещает видео, но не присылает. Поэтому я сниму то, что она сегодня взяла. Ну, ты уже эти прихватки шила. Ой, и вазочку ты такую же купила, как я. Прелесть. Слушай, а какие у тебя красивые эти... Ой, это, не знаю, зонтиком. Кто это, крыса? Ой, какая прелесть, прелесть. А горшочек, посмотрите. Какой горшочек на досточке. Ой, какая прелесть. Рыбка. А домик, домик. Кстати, у домика снимается крышечка. Да, Галочка, что это такое будет у тебя? Где домик? Что это будет? А это я куплю эту жилевскую елку. А вот это как мне нравится. Смотрите, парочка какая замечательная. Угу. А это вот почти как моя. Только моя, кстати, побольше. Посмотрите, какую хрюшу. Хрюша какая. Нет, хрюша просто вообще восторг. Хрюша. Ой, слушай, а мне вот это белое очень нравится. А вот это у меня есть корова, а я к ней купила быка в пару. Ой, прелесть какая. Смотрите, здесь уже стоит, гжель набрали. Здесь вазочка. Смотрите, вот эта замечательная. Так, это мое. Твое. И вот это вот мне очень нравится. Котик белый. Да, котик какой-то. Слушай, а вот это дама с зонтиком, да? Крыска. Крыска. Ну вообще прелесть, ну вообще. Не знаю, вот это что, маленькая вазочка.
Это что это такое? А это не мое блюдечко. Нет, 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 это я тут расставила. И меня ждала еще вот одна приятная встреча с Эвелиной. Она на блошином рынке оказалась впервые и, как сама сказала, вдохновленная моими видео. Я очень рада. В нашей малогабаритной квартире. Для наших квартир не подходит. Какая вы красавица. Спасибо. Вы тоже красавица. Что-нибудь? Я любуюсь, вы такая кокетливая, все время смотрю. Ну, не красавица. Я, знаете, вообще-то он мне сказал, что можно будет у нас даже нам собраться всем. У них там есть специальный стол, какой-то самовар, какой-то праздник. Вот посидеть, ну или просто пообщаться. Никуда там, а на рынке, а потом в кафе посидим, да? Можно. Замечательная идея. Спасибо, всё, спасибо вам, покажу. Эвелина огромная. Она разбита, что ли? Не поняла. Вот это вот. Не знаю. Нет, вот вы взяли этот верх. Нет, это просто крышечка. А, просто так крышечка сделана. Красивая, да? Ну, вообще интересная, да. Значит, это будет 600 рублей сейчас? Да, сейчас 600 рублей. Это тоже гжель или нет? Нет, это не гжель точно. Но вот смотрите, здесь даже есть набор вот этих, помните, старый? А, здесь пробки нету. Вот у них нету пробки. У меня до сих пор у мамы есть. Я а, то есть вам это, ну, понятно. Ну да, если у вас есть. Считаете? Вот это можно взять? По-моему, симпатично. Мне нравится. Более целиковая такая. Почему бы? У вас там горки, наверное, да, есть какие-то, куда поставить шкафы? Вы для чего берете? Для красоты? Для красоты. Для души, как здесь для написано, души. Да? Мне, знаете, понравился вот этот кувшин. Вот. Но, к сожалению, он травмирован. Причем так здорово. Они, наверное, не видели. Видите, сколько, какой большой. А вы отнесите Кириллу? Может быть, они там переоценку сделают? А я его не буду брать. А, все равно он уже не нужен. Мне хочется. Серьезно. Да. Вот это, наверное, никто не возьмет. Или кому-нибудь интересно будет, как вы думаете? Если бы мне было куда поставить, я все. Да. Ну, это у меня тоже проблемы. С тем. Ну, часть я сейчас забираю на дачу, но там уже на даче ставить некуда. У меня дачи нету. Да. Да. Это Китай, по-видимому, да? Да. Такая тяжеловатая, грубоватая. Ну, здесь не только это. Здесь вот скидки. А можно туда пойти, а там тоже можно. Там, кстати, Галя, вот именно в тех отделах. Пойдемте, я вам покажу. Горка. Только собирать надо. Вот в тех отделах Галя нашла отдельно блюдце по 200 рублей. Ромашку. И по 200 рублей потом купила чашку. То есть можно... В дальних? Ну, вот справа, которые идут. Там стране? Нужно смотреть, да. Угу. Там хорошо, много спасибо. Такого интересного. Посмотрю. Все, еще чайник. Какой-то сказочный. Посмотрите, какая прелесть. Всего за 100 рублей. И сколько здесь горшочков. Интереснейших. Да? Вот какая замечательная. Не знаю, резать на ней что-то, да? Подвесить. Посмотрите. Все по 100. По 100. А вот салоночки тоже по 100. А вот я чашечку тоже нашла. Если по 200 рублей. Ладно, сейчас я там расплатить, мне сдать. Ой, посмотрите, какие пиалы здесь. Ну, мне просто уже столько пиал. Не буду брать. Ой, а вообще красивые. Очень красивая ручная работа. Ручная работа, кстати. Очень красивая. Очень красивая, да. Хочу вот эту рыбку еще к Жилевску снять. Какая замечательная, да? Большая, огромная. Ну, вот и эти, конечно, которые снимала в прошлый раз. Это неправильно, потому что, если, допустим, вот здесь целые, целые. Ну, здесь, слушайте, здесь такая роспись к жили интересная, да? Здесь уже... Как красиво. Ага.
Вот это, кстати, моя любимая была. Так я мечтала ее купить, но она дорого везде стоит. Знаете, а вот эти, посмотрите, рубаки. Да. Под мою тему. Это шкатулка. Да. Ладно, вот тут, конечно, с крышкой ее не было. Тогда. Крышки не было. Они рядом стояли, крышки. А вот эту прелестную икорницу мне подарила Галочка. Услышала о том, да, вместе со своей внучкой. Им всем огромный-огромный привет. Сувенир к празднику. Это емкость. Ну вот и сюда можно класть, в принципе, все. И не только икру, но какие-то и паштеты. И посмотрите, какая у нее замечательная головка щучья. Просто прелесть, да, ближе создание. Для заграницы делали. Посмотрите, очарование. Казалось, что я многих заразила своим увлечением к жилью. Девочки, извините, если что. Ну, вот видите. А я решила больше к жиль не собирать. Покажу вам, что я купила, но это все в последний раз. Мои покупки в последний раз. Сату тоже нашли за 600 рублей. В прошлый раз было что-то. Вот. Да, надо просто внимательно. Да, Галочка купила, приехала полдесятого. Да. Галя, прости меня. Не нарушилась, повернулась в другую, плоскость. Я раньше была вазочку, я уже больше. Да, вазочка мила. Галочка, какую доску вы купили? Обалдеть! Сколько она стоила? 400. Ой, да она еще с этим. 200 рублей, да. Такая прелесть. Ну, это просто сказка. А вторая тоже ваша? Угу. А покажите. Ну, тоже хорошо, кстати. Она вся глазурная. Да, ну вот это вот мне очень. А вы видели чайник, какой там красивый стоит? Да, я видела. Чайник это или сахарница? Чайник. Чайник. Очень красивый. Все мы ждем, ой, когда нам запакуют. Видите, а вы узнаете мужчину, который рядом со мной? Да-да, это Владимир Вольфович. С шоколадками Жириновский. Вчера он здесь сам был на рынке. Ну и решил нас всех шоколадками. Дубовое кресло, обитое змеиной кожей и леопардовой шкурой, подаренное Муаммаром Каддафи Владимиру Жириновскому. Вообще. Да. Смотрите, какое кресло. Не хухры-мухры. Это вот подарки здесь были его. Все. А вот сам Жириновский прыгает. Сату тоже нашли за 600 рублей. В прошлый раз было что-то. Вот. Да, надо просто внимательно. Да, Галочка купила, приехала полдесятого. Да. Галя, прости меня. Не нарушилась, повернулась в другую, плоскость. Я раньше была абсолютно вазочку, я уже больше. Да, вазочка мила. Галочка, какую доску вы купили? Обалдеть! Сколько она стоила? 400. Ой, да она еще с этим. 200 рублей, да. Такая прелесть. Ну, это просто сказка. А вторая тоже ваша? Угу. А покажите.
Ну, тоже хорошо, кстати. Она вся глазурная. Да, ну вот это вот мне очень-очень-очень. А вы видели чайник, какой там красивый? Да, я видела. Чайник это или сахарница? Чайник. Чайник. Очень красивый. Все мы ждем. Ой, когда нам запакуют. Видите, сколько? Как у меня происходит в последнее время, набрала опять 3 огромные сумки. И пришлось вызвать такси. Девочки, покупки я вам покажу в следующем видео. А вас я всех обнимаю. Всего самого хорошего. И как у меня происходит в последнее время, набрала опять 3 огромные сумки. И пришлось вызвать такси. Девочки, покупки я вам покажу в следующем видео. А вас я всех обнимаю. Всего самого хорошего!